Какое место красивое, красивое место. Я всю жизнь тут хожу. 20 лет скоро в программе «Автостоп» будет, и я всю жизнь хожу рядышком с улицей Московской. Потому что на Московской улице, непосредственно рядышком с улицей Шишка, что у нас располагался? У нас здесь был замечательный автомобильный магазин. К слову, только половину уже магазина сделали, и авторынок почему-то тоже никоим образом не хочет принимать участие в моем замечательном проекте. Но зато у нас есть улица Шишка 11, которая как раз туда и упирается. И сегодня мы здесь, на улице Шишка 11, кое-что вам покажем. Кое-что. Это новинки. Какие новинки? А, вот это самое интересное. Новинки именно о том, что каждый из вас может покрасить автомобиль. Потому что... А давайте зайдем и посмотрим, как вы можете себе машину покрасить. Чем мне нравится человек советской эпохи? Что ни поставь, совсем справляется. Мы как-то по-другому работали. Были цели, было дело. Цель сегодняшней работы – красим машины. Почему такая цель? А вопрос-то прост. Это делается с большим удовольствием и легко. Что для этого нужно из материалов, решается так же. И где? Здесь, на Шишко 11, есть реально все, от и до. Единственное, что вам необходимо – купить компрессор. Хотя можно обойтись и кислородным баллоном. Но компрессор важнее. Но и то, собрав все воедино, суммой в 400 тысяч рублей вы ограничены. Это о покраске. Сумма чуть более, и тянете металл. Чтобы не внедряться в стапель, в гараже вместо стапеля устанавливаете растяжки и кемпик с тянущими тросами. Но это уже тема не этой передачи. Ну так вот, пока здесь люди занимаются, это мне не очень нравится, вопросов нету. Я бы 250 раз сказал бы людям, это, вы меня приглашаете, у вас с деньгами все получится. Я могу даже не снимать, ничего не делать. Я просто пришел, и все будет нормально. Это наше хобби такое. Вы в Бога не верите, а зря, кстати. Почему верю? Вы верите, вы верите. Все мы верим. Вот правильное решение, понимаете? Господь Бог хоть наверное, вот так вот говорит, но вы не все в это дело верят. Спасибо большое. Вот, так вот, вернувшись с небес на землю, естественно, и говоря уже о магазине автоэмалей по улице Николая Шишко 11, я бы вам хотел сделать другой вариант. Другой вопрос, естественно. То есть, что должен мужик в этой жизни сделать, да? Вырастить ребенка, построить тещу. Я даже не разговариваю с ней. Вот, да, и посадить деревья, ну еще и дом построить. К слову, о доме и о деревьях, и вообще всех делах. То есть вы на меня не смотрите, что это телевизор? Да нет, господа мои. Я очень много чего научился, и штакетника я наколотил, я даже не помню сколько. Туалетных я тоже не помню сколько. Третий дом я сейчас достраиваю, да-да-да-да-да. Кроме всего прочего, наверняка забыли, что дядя Леша всю жизнь увлекался авиацией. А зря, кстати. Тот, кто реально смотрит программу, YouTube, видит, как я летаю на самолетах. Это красиво, качественно и замечательно. И первоначально первый свой самолет целиком. Я его покрасил, сейчас скажу, когда это было. Это мне было, так, не 10, это 12 лет, да. В 12 лет я покрасил свой первый самолет. Классно сделал. Правда, это так надышался, немножко другая штука была. Ну, ладно, хоть тогда ничего вот этого не было, ни краскопультов, ничего. Нет, 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 тогда была такая штука, называлась две трубки и внутри сопло. Да-да-да. Это регулировалось, естественно. Дулось все это дело чем? Пылесос дулся. Вот, мы хорошо надули. Ну, самолеты получились, во, вот такая штука. А после этого вот этот дивный человек начал другими вещами заниматься. То есть стендовый моделизм. Да, первоначально я свои модели сам красил. Аэрографов тогда не было, сейчас, слава тебе Господи, появилось. И что мы будем говорить? Один самолет я покрасил, и еще сейчас 6 самолетов аэрографом я покрасил. Слово аэрограф, что это такое? Это в действительности более интересная штука, чем просто краскопульт. Потому что вам необходимо ровно это все делать, ровно и красиво. И пространство небольшое, не вот так, ух, отсюда да возьмись. Не-не-не, там вот такая штучка. Ее надо сделать красиво и ровно. Так что я думаю, что в принципе после покраски самолетов я и машину могу покрасить. Это может сделать каждый, никаких проблем нету. Теперь возникает вопрос, куда мы пришли? Естественно, мы пришли туда, где все очень
здорово. Потому что если вы будете красить свою машину, я все-таки не советую промениваться на всякую чеботуху. Зачем? Это же ваша машина, вы должны ее сделать красиво. Поэтому приезжайте сюда на улицу Николая Шишкова 11 и берете себе качественную эмаль. Вот она. Вот она. Так вот, все. Что бы вам дальше необходимо было делать? Объясняю своими руками, как я сейчас это делать научился. Для этого вам необходимы вот такие рубанки. Да, если бы у меня сейчас было 1000 рублей, я бы сейчас себе этих рубанков набрал. Я чуть позже это сделаю, естественно, здесь. Потому что я беру себе рубанки. На эти рубанки натягивается... Это называется... как бы мне сказать, что это такое? К сожалению, с баршой тут что-то немножко случилось. Ну, наждачная бумага, естественно. Хорошая, качественная наждачная бумага. Хорошая, качественная наждачная бумага. Можно ее вот такую натянуть. Она, правда, не насильно долго будет. А есть другая штука на сеточке. О! О! Не верите. Демонстрирую. Видите, как хорошо снимает. Хрустит, естественно, да? Так же хорошо сюда делается и сеточка. Просто аккуратно. Вставляем сеточку. Не буду сейчас ничего показывать, да? То есть вы поработали. Затянулась она. Берете так. А так, что, берете так? Итак, а по что им? Щелк, она вылетает. Клево. Это на долгие годы сеточка. Опять не... Нет, я для вас доказываю. Доказываю, докладываю, господа мои. Можно так, можно так. Я лично предпочитаю сеточку. Потому что многократное использование это можно делать. Ну, то бишь, вы все это дело вытянули. Ровно, ровно, ровно. Вот. Ну, а чтобы было понятно, да, каждый мужчина имеет руку. Как правило, ну, в определенном возрасте вы должны понимать, что у женщины на груди еще кое-что имеется. Вы же должны это почувствовать. Если вы идеально все, просто идеально все сделали, это все. Это вы закончили шпаклевку. Настоящую шпаклевку делать не проблема. Затирается все. В данном случае затирается все просто, без воды. Без воды. Что необходимо дальше? Потому что на нормальную шпаклевку вы краску не нанесете, она, естественно, провалится. Так и бывает. Для этого вам ее необходимо дальше затереть. Дальше затираете 400-кой. Она здесь есть, спокойненько затираете дальше. И оптимальный вариант, затерев ее 400-кой, продолжить работу дальше. То есть дальше идет 600-ка и 800-ка. И после этого вы заточенные и доведенные до ума детали, они практически готовы к покраске. А что будет дальше? Об этом чуть дальше, в другом месте. Итак, вот мы о чем. И это не экономия, это правило для лучшего и качественного ухода за своей красоткой. И это автоэмали на Шишко 11. К слову, здесь по сути есть практически все для автомобиля. Есть, есть, но передача про автоэмали. И здесь даже и нальют, и упакуют. И в принципе вы можете пользоваться баллончиком. Вы не знали? Такое есть. К слову, тема у нас немножко другая. Наша тема меня реально достает. Были бы у нас сейчас специалисты качественного уровня, тогда можно было бы о них каким-то образом говорить. А когда таких специалистов нету, когда я недавно посмотрел, ну, своя соседка взяла 5 лет назад машину. Через 4 года бампер начал облазить. То есть по дороге ее где-то красили, естественно, в магазине. Срок эксплуатации, в смысле, гарантийный срок прошел и все. Понимаете, о чем я говорю? То есть ее уже у нас красили. Как красили? Ну, представляете, как они могли красить, что через 4 года лак начал отваливаться. Плохо красили. К слову о том, сколько у нас стоит полная покраска автомобиля? Сейчас вам немножко станет жестковато, да? 100 тысяч рублей. Я что-то не доезжаю. Мы что, такие навороченные в этом городе? Еще бы был бы специалист классный, а их-то не существует в природе. То есть, если мы будем говорить, что базовая покраска всей машины в Екатеринбурге стоит 45 тысяч рублей. Я что-то не понимаю. А доехать не сильно далеко до Екатеринбурга, да? И там перекрасить машину. То есть, на оставшиеся деньги можно хорошо там реально покутить. Ну, там, телевизор можно себе хороший купить. Неплохой холодильник. Замечательную стиральную машину. Это нормальное явление за такие-то суммы. Если бы еще кто-то красил хорошо. Потом, когда вы приезжаете, начинают сказки. Такие цены. Сейчас у вас будут цены интересные. Да я специально узнал. То есть меня интересует,
проблема целиком покрасить машину металликом. Сейчас будет там жесть. То есть про шпаклевки я показал, берем здесь. Здесь очень хороший материал, здесь реально очень хороший качественный материал. Берем металлик, краска металлическая, в смысле базовая краска будет стоить 3000 рублей, и лак будет стоить 3000 рублей. Как с ценниками? Как с ценниками? Да нормальные ценники, только берите качественный товар. Потому что иногда же получается, что вы платите деньги, а человек пошел в другой магазин, взял другой товар. То есть не покрасил машину качественно, мало того, еще на вас сэкономил. Представляете, да? И именно почему я вам говорю, что вам необходимо сделать все самому. Никаких сложностей нету. Возьмите себе первоначально небольшую машину, на ней попрактикуйтесь, поверьте мне, такую. Девятку, восьмерку, семерку, копейку, да без разницы что. Попрактиковались, научились, и вам никаких камер для покраски не нужно, не нужно. Необходимо просто либо гараж хороший, качественный, а зимой протапливается он достаточно легко и просто, есть такие камины. Ну, либо солярка там жгется, хорошо, качественно выжигается, либо газ качественно выжигается. То есть температура, чтобы у вас была, ну там 60, ну да зачем, 40 градусов реально хватит. А или на улице, вообще хорошо. Берите качественную погоду тогда, когда штили, спокойненько красите, все высохнет на улице. Ну, летом, естественно, ну, зимой придется немножко попотеть. Но это, в принципе, ничего сложного нету, вы это можете сделать сами. И рассказ про вот эти, про красочные камеры, это что такое бредятина. Спокойненько залили грамотно лаком побольше, сделали, а потом пополировали. Слово о полировке, да? Вот за моей спиной тремовские штучки. Настоящий трем, качественный трем. Вы выбираете это уже потом и полируете спокойненько. И все. И у вас машина сияет чистотой, но чистота эта сделана только вашими руками. Это неужели ли сложно? Да нет, конечно, ничего сложного и нету. То есть не экономим. В принципе, смотря автостоп, все станет ясно. Давайте определимся. Если вы соблюдаете правила, то наверняка не получится. Но есть другие вещи. Конечно, вас обстучат соседи. Может быть, вы прыгнете и немножко помнетесь. Такое бывает. Или внезапно чуть забыли и не вписались. Ну, бывает. В некоторых случаях из запчастей можно купить и БУ. Смотрите автостоп. В некоторых случаях меняем пороги со сваркой. Под СО2. Я вас потом познакомлю. А уже затем краска. А вот за этой краской мы и куда едем? В магазин автоэмали на Шишко 11. Но давайте определимся. Здесь не только эмали, но и грунты, и шпаклевки, мовили и антикор. Так можно в принципе сделать из своего автомобиля лучшие экспонаты, не париться. Потому как все машины одинаковые. А понты? Ну это для кого? Скажите, пожалуйста, какие денежки вы потратили здесь? Бешеные? Сколько? Ну ради прикола. Ну чтобы понятно было. 150 рублей? 150 рублей. 150 рублей. Да. По-моему, это вообще не сильно дорогое место для покупки. Да, вообще отличное место. Часто прихожу. Что с вашей машиной случилось, а? Да, коррозия пошла. Но... Стандартная процедура бывает, да? Да, ну, рыжики подкрасить. Это можно здесь сделать? Почему вы сюда вообще пришли? То есть есть же разные. Потому что здесь большой выбор красок в автоэмали, то есть большой выбор цвета, большой выбор названий красок, то есть все из-за этого именно сюда поэтому приехал. Почему вы сюда пришли? Да, почему сюда пришли? Не в другое место нигде, а именно сюда пришли. Не знаю, вот этот магазин уже много работает, долго работает. И в одном месте? Ну, как бы да, в одном месте, что... Знаешь, что постоянно не однодневный магазин, а постоянно. И вы знаете, что здесь, естественно, хороший качественный товар. Потому что по-другому никак нельзя. Я много разных магазинов видел, которые спарались. Этот нет. Да, я от друзей слышал, от знакомых. И как бы советовали мне этот магазин. Я как бы не сталкивался с покраской автомобиля, но сегодня пришлось кузов на «Газели» вот хочу покрасить. Приехал сюда. То бишь мы определились с грунтовкой, мы определились с краской. Чем будем красить? Вы знаете, сколько человек может себе покрасить дома машину? Давайте я про себя расскажу, да? Ну, сейчас перечислю.
сколько своим 37 годам это было примерно порядка 18 машин. 18 машин. Я не думаю, что я буду жить бесконечно долго. Это нет, конечно. Мы все здесь не бесконечно долго живущие товарищи живем. Ну, может быть, еще 10 машин. То есть, если все это дело перечислить, да, ну вот максимальное количество это у того, кто этими машинами еще и занимается, 35 машин. А, то есть смысла покупать навороченную продукцию, хотя вы можете купить и навороченную продукцию. Я имею в виду навороченные пистолетики. Они тоже здесь есть, никаких проблем. Берете навороченную технику и работаете с ними. Да. То бишь мы говорим о событиях. Средний человек меняет за жизнь, ну, 10 машин. Это еще топ. А стандартный человек 5. 5 машин вы умеете сами покрасить? Научитесь, тем более узнавая цену, да? То есть зачем это делать, я не понимаю. Когда все это можно сделать своими любимыми руками, первоначально обратившись и поняв, как это делается, а дальше вы делаете все изумительным образом. Еще раз говорю, качественных людей, кто красит машину в городе Магнитогорске, не существует. Поверьте мне, ну нет. Один есть, ну вот как-то так. А в остальных вещах вы можете сами красить. Никаких проблем не возникает. И куда вы можете за всеми запасными частями, в смысле запасные части для вашего ремонта автомобиля приехать? Куда? На вокзальную? Ой, на какую вокзальную? Николая Шишкова 11, она прямо упирается в вокзальную. Тут до вокзальной, если что, идти там, грубо говоря, 400 метров. Понятно где, да? То есть напротив автомобильного магазина, тут рядышком у нас народный суд. В смысле суд такой, для народа, естественно. Не где там Косяков колбасит, не. Вот. И прямо напротив сюда заходите, покупайте все, что нужно. Оно здесь есть. К слову о том, что здесь есть те вещи, которые абсолютно необходимы для каждой машины. Потому что машина — это система под названием энтропия. Всегда там что-то ломается и валится. Ну, это стандартная ситуация. Но чтобы ваша машина была более или менее комфортно выглядела, необходимо также зайти сюда. Здесь есть абсолютно другие все вещи, которые вам реально помогут восстановить свое былое качество автомобиля до идеальной характеристики. Прикольно, да? Цены для всех, качество — и это да. И давайте при оценке колбасить оценщика, который вам внедряет цены за покраску. В 90% случаев и не надо говорить, что Россия — это отстой. И не надо втирать, так как доллар хоть и прыгает, но в пределах 20% не выше. Будем надеяться, мы, сэкономив на этом, покрасим машины сами. А остаток денег и немалый потратим на замечательный отдых, которого все мы достойны. Потому как сумма в 60 тысяч рублей, сэкономленные в автоэмалях на Шишко 11 и во многом благодаря автостопу, вам хватит на 2 недели оттяги в любом месте. Возвращаясь к началу сюжета. Каждый мужчина должен что сделать? Построить тещу, вырастить сына, посадить очень много деревьев. Стараюсь. И я бы вам сказал, сделать то, что вы можете сделать своими руками. А что можно сделать своими руками? Естественно, покрасить свои машины. Причем делается это, в принципе, как я вам уже неоднократно объяснил, легко.